Слава возгремяй, Господи! Аллилуйя, 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 аллилуйя! Слава тебе, Господи, слава тебе! Амен! Во время Оно приди Иисус от Назарета Галилейского. Да хватит, ну. Как там? Ощущения как от духовной, так и физические, они, конечно, непередаваемые. Да? Да, то есть духовные как очищение, физическое как какое-то приободрение внутреннее, плюс тонус, вот, такие ощущения. Так можно заболеть, если это святая вода, и тем более праздник, да. А вы верите в ее исцелительные свойства? Ну, конечно. Почему бы, да, конечно, это же какое-то крещение, раз в год такое бывает. Это же праздник не просто так, мы же как бы идем, Господь же крестился в это время, когда там другие времена. Внимание, согреваемся!